Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Дабыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами продолжаем читать книгу Тавита, и сегодня третья глава. Ну, давайте вспомним, что было в первых двух Тавит – это благочестивый человек, который жил в Северном Царстве, несмотря на то, что Северное Царство впало в грех, грех Ирваама, то есть стало неправильно поклоняться истинному Богу, Давид сохранял истинную веру, посещал Иерусалимский храм и женился на тоже еврейке благочестивой, которые звали Анна. Когда один из ассирийских царей напал на Северное царство, Давид был уведен в плен где он продолжал такую же благочестивую жизнь, и несмотря на свою благочестивую жизнь, он подвергся испытаниям. Он ослеп, на глазах у него появились бельма, и он обнищал, обнищал до такой степени, что его жена работала руками, чтобы заработать, и в конце, так, в гневе или в отчаянии, даже скорее, бросил ему в лицо где же милости не твои и праведные дела? Вот все это обнаружилось на тебе. Ну и вот на этом заканчивается вторая глава, а мы с вами читаем третью. «Опечалившись, я заплакал, молился со скорби, говоря, праведен ты, Господи, и все дела твои, и все пути твои, милости истина, и судом истинным правом судишь». Ну, Здесь Тавид обращается к Богу как к судье и просит Его суда. И дальше он будет об этом говорить. И вот здесь, как бы немножко для нас, православных христиан, есть какое-то испытание, как можно молиться о Божьем суде. Мы страшимся Божьего суда. Однако для еврея, который на самом деле сталкивался с человеческим судом неоднократно, потому что любые дела, которые у нас там решаются, например, в МФЦ или какой-нибудь там нотариальной конторе, у евреев это происходило через суд. То есть, что такое суд, каждый еврей знал там с молодого возраста. И, естественно, он сталкивался с неправдой в этих человеческих судах. И поэтому он мечтал о том суде, который будет праведен, который будет истинным. Чей это суд? Это Божий суд. Вот поэтому-то и многие... Ветхозаветные персонажи, в том числе и сам Тавид, молится об этом суде. Ну, давайте дальше прочитаем, что он просит: «Воспомяни меня и прези на меня, не наказывай меня за грехи мои и заблуждения мои и отцов моих, которые они согрешили пред Тобою, ибо они не послушались заповедей, и Ты предал нас на расхищение, пленение, смерть и в притчу по отношению всем народам между которыми Ты, которыми мы рассеяны. С одной стороны, здесь все просто. Понятно, что Тавид молится о прощении грехов и то, чтобы эти грехи не были воспомянуты и вменены. Однако вот здесь он говорит о грехах отцов. И здесь мы сталкиваемся с действительно непростой проблемой, которая встречается в Ветхом Завете, когда говорится о том, что Бог наказывает людей, не за их преступления, а за преступления их предков. Ну, естественно, если вы читали священное писание, тут же вспомните, я Бог, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов. Действительно, такие места встречаются. Однако встречаются и другие места в священном писании, которые говорят, что каждый человек понесет наказание только за свой грех, а грех другого отца или сына, если это говорит собаки, то есть грех другого не вменится человеку. Это книга пророка Иеремии и книга пророка Иезекииля. Вот как это совместить? Значит, есть несколько способов ответить на этот вопрос. Первый способ, когда идет речь о грехах отцов, это не и наказание за эти грехи, это не не речь о том, что вот есть невинный человек, и он наказывается за вину там, своего предка. А речь идет о том, что потомок повторяет грехи своих отцов. И, соответственно, когда здесь он говорит «за грехи мои, заблуждения мои и грехи отцов моих», он имеет в виду то, что вот есть грехи, которые как бы, я придумал, а есть грехи, которые я повторяю вслед за своими предками. Можно так понять, и тогда э, это впишется в, э, в остальные книги Священного Писания, где говорится о индивидуальной, э, индивидуальной ответственности. С другой стороны, можно понять следующим образом: люди э, люди грешили, одни грешили, а другие не останавливали их грех, и поэтому идет наказание и тех, которые грешили, и тех, кто не останавливал. Можно еще и так понять. Но и, конечно, мы должны понимать еще следующим образом, что наказать Бог может и через детей, потому что страдание ребенка может исправить, изменить или действительно наказать человека, который согрешил. Что имеется в виду здесь? Ну, можно, можно рассуждать, но важно понять следующее. Тавид не перекладывает свою вину на других. Вот он, он не говорит так. «Господи, вот за что я страдаю? Я такой хороший, ну, наверное, страдаю, потому что согрешили мои предки». Нет, он говорит и о своих грехах, и о грехах своих отцов. Ну, читаем дальше. Здесь также он говорит о том, что мы стали притчей поношения, то есть на нас указывают и говорят, вот какой презренный народ. «И поистине многие праведно суды твои делать со мной и по грехам и грехах отцов моих, потому что не исполняли их и не поступали по правде пред тобою. И я, и мои отцы не исполняли твои заповеди и не делали то, что ты им повелеваешь. Итак, твори со мной что тебе угодно, повели...» взять дух мой, чтобы я разрешился и обратился в землю, ибо лучше мне умереть, нежели жить, так как я слышал живые упреки и глубоко скорбь во мне. Повели освободить меня от этой тяготы в обитель вечную и отвратили лица твоего от меня». А, страдания Тавита настолько велики, а, причем можно понять, что это страдания скорее душевные, а не телесные. Ну да, он ослеп, да, он не может зарабатывать, но все-таки у него больше ничего не болит скорее это именно такие душевные страдания. И вот Тавид молится, молится о смерти, и смерть он воспринимает как избавление. И здесь э, видна параллель с книгой Иова. Вот э, один из, одно из страданий Иова было то, что его жена э, поносила. И жена Тавита тоже поносила. И как Иов молился о смерти, так и здесь Звучит молитва о смерти, но, кстати, можно еще сказать, что вот то, что говорит Таид, очень похоже на слова апостола Павла, который говорит о том, что я хочу разрешиться от тела и быть со Христом. Здесь же Таид говорит: я хочу попасть в обитель вечную. Что он имеет в виду? Обитель вечная место пребывания с Богом или Просто могила. Скорее всего, все-таки последняя. Просто могила. Но в то же время звучит надежда, что Бог не отратит лица твоего от меня. То есть он надеется, что когда-то э, Бог его исцелит и восстановит. О том же самом, кстати, молился Иов. Дальше э, глава начинает рассказывать о Саре, дочери Гуиловы. Это женщина, которая страдала от э, демона. Ну, давайте прочитаем про нее. В тот самый день случилось и Саре, дочери Рагуила, в Экбатанах медийский терпеть у женок отца своего за то, что, они, что она была отдавана э, семи мужьям, но Асмадей, злой дух, умершлял ее прежде, нежели они были с нею как женой. Значит, э, Экбатаны это город в Персии. Э, если Тавид э, живет в Ниневии, то это достаточно большое расстояние между ними и Батанами. И здесь история про семь мужей, конечно, женщина, которая, у которой мужья умирали друг за другом, и их там она похоронила нескольких, с таким, конечно, источником опасности. Но ситуация, что было семь мужей, возможно, вспомним ту то искушение или то испытание, которое предлагали и Христу, когда Он говорит: Вот была женщина, у нее было семь мужей, и в конце концов и она умерла. Здесь тоже идет речь о семи мужьях, и идет о демоне Осмодеи. Вот с этим Асмодеем, значит есть интересное, как бы интересное размышление, потому что по одной версии имя Асмады происходит как, переводится как губитель. Вот. Но есть еще один вариант, выводящий из, из персидского языка. Персы были зарастрицами, и вот у них тоже была система злых духов, и вот тоже был злой дух, имя которого созвучно с Осмодеем и переводится как, как «блудный дух», то есть дух, который приводит к блуду. Вот. И этот Асмадей этих мужей в первую брачную ночь. И вот Сара очень страдала от этого, потому что служанки насмехались над нею, они говорили ей «разве тебе не совестно, что ты задушила мужей твоих?» Здесь, конечно, это полная глупость, потому что если бы э, Сара задушила бы их, то, естественно, ее бы привлекли в суду и побили камнями, как, как убийцу. Но она жива даже после семи смертей. Значит, всем понятно, что что-то происходит не то. Н не сама Сара виновата. Э, уже семерых-то имела, но не назвалась именем одного из них. То есть они так и не вступили, с ней в половую связь. Что, э, что нас бить за них? Они умерли. Иди и ты за ними, чтобы нам не видеть твоего твое сына или дочери вовек. Здесь э, какая-то просто глупость получается, что э, если они желают ей смерти, то почему они от нее говорят о ее сыне или дочери? Понятно, что они просто издеваются над ней. Э, Сара очень печалится, э, и даже подумывала о самоубийстве, но потом остановилась и помыслила следующее: У моих родителей я одна, и если я умру, то род прервется а для Ветхого Завета прерывание рода считалось, конечно, большим горем. И вот Сара начинает молиться. Она стала молилась у окна. Значит, конечно, здесь может, можно только предположить про это окно. Вот молитва у окна описывается еще в книге пророка Даниила. Даниил делал, сделал себе комнату, в этой комнате он сделал окно, которое было направлено на Иерусалим. И, соответственно, он открывал это окно, и молился возле этого окна по направлению к Иерусалиму. Ну, не, конечно, не просто к Иерусалиму, а к храму. «Благословен ты, Господи Боже мой, и благословенное имя Твое святое и славное веки. да благословляют Тебя все творения Твои вовек». Здесь такое же благословение, которое произносит, произносит Тавид. «И ныне Тебе, Господи, обращая очи мое, лицо мое, молю, возьми меня от земли сей и не дай мне слышать сей укоризны». То есть она, как и Тавид, молится о смерти. Ты знаешь, Господи, что я от всякого греха с мужем, и не бесчестила имя моего, не имени отца моего, землеплена моего, я не отца моего, и нет у меня у него сына, который мог бы наследовать ему ни брата близкого, ни сына братнего, которого могла бы изберечь, которому я могла бы изберечь себя в, в жену, и уже и уже семеро погибли у меня. Давайте здесь разберемся. Значит, она тоже просит о смерти. Но она говорит, что я чисто от всякого греха с мужем. В данном случае имеется в виду, конечно же, мужчина, а не просто муж. Потому что э, семейная жизнь в браке, она не является греховной. Она говорит о том, что она остается м, чистой. То есть, у нее не было добрачных связей. Вот. И она переживает то, что она умрет и закончится этот род. Причем она говорит, что вот у меня эти мужья умирали, и я бы готов выйти за ближайшего родственника. Здесь вот говорится про этого ближайшего родственника. А готов выйти за ближайшего родственника, чтобы родились дети и вот то имущество, которое было. У отца Сары не ушло, не пропало, ну и не исчезло само имя. Для чего мне жить? А если не угодно тебе, э, если угодно тебе умертвить меня, то благослови прези, э, презреть на меня и пойми от меня, чтобы мне не слышать боли укоризны. То есть такая интересная. Она с одной стороны молится о том, чтобы она готова умереть. С другой стороны она просит, чтобы э, остаться живой. Вот. Молитвы Тавита и молитвы Сары были услышаны. Они услышаны перед славой великого Бога, послан был Рафаил исцелить обоих. Значит, имя Рафаил это имя Ангела. В Священном Писании ангелы по именам не называются. Первое упоминание ангела по имени это книга про Даниила, которая была написана, ну, наверное, все-таки раньше, чем книга про, чем книга Тавита. Вот там упоминается Михаил, дальше упоминается Гавриил, в других неканонических книгах тоже упоминается ангел с разными именами. Ну и мы, конечно, знаем Михаила, Гавриила, вот и еще один Рафаил. Имя Рафаил переводится как Господь исцеляет. И здесь понятно, потому что Рафаил посылается для исцеления обоих. Тавид исцеляется от бельм на глазах, а Сара для того, чтобы она была отдана в жены Тавии, сыну Тавитову. Ну и для того, чтобы был связан с Мадей. И что интересно, здесь начинается как бы такая параллельная история. Значит, Тавит помолился, Вернулся в дом, а Сара тоже помолилась и спустилась из вот той комнаты в окне, в которой она молилась. Вот. И э, на этом заканчивается третья глава. И пон понятно, что сейчас будет продолжение, но это уже следующая глава. Мы ее прочитаем в другой раз. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Дабыкин, Мы с вами были на портале Экзегет. Всего доброго. Спасибо за внимание.